О! Звонят. Кто же это? Кто же мог прийти в такое время? Что это? Что это может быть? Смотрится очень круто. Коробка от Барби. Ребята, мне всегда нравилась Барби. Это была моя самая любимая кукла, когда я была маленькой. Но для кого же эта коробка здесь? Пока никто не видит, я залезу в нее, друзья. И немного попозирую, будто я Барби. Что происходит? Где я? Как здесь красиво, как в сказке. И здесь все розовое. Какое необычное зеркало. Посмотрюсь в него. Ой, какая я красивая. Я самая красивая Барби на планете. Барби? Но я же Мария. А теперь я Барби? Это значит, что я попала в мир Барби, друзья. Я очень счастлива, и мне нравится здесь находиться. Здесь все прекрасно. Но сначала мне нужно принять душ, прежде чем я продолжу осматривать все остальное. Я всегда принимаю душ по утрам, друзья. А почему здесь нет воды? А ведь в мире Барби все понарошку. Какой освежающий душ. Это то, что мне было нужно, друзья. Отлично, закрою воду и идем смотреть дальше. Да-да, босс, да. Мы проследим. Да, все будет окей. Что случилось? Кто-то попал в мир Барби. Мы должны это остановить. Я понял. Идем, все проверим. Идем. Смотрите, какие красивые аксессуары. У меня есть шляпа, розовые туфли. Мне не терпится все примерить. Ладно, оставлю пока это и посмотрим, что у нас тут. Друзья, это мой Кен. А вот это я. Напоминает меня и Стаса в нашей реальной жизни. Интересно, а Стас знает, где я нахожусь? Надеюсь, он меня найдет, а то я соскучилась. Блин, где Мария? Что происходит? А это еще что такое? Это просто Барби. Что здесь делает Барби? И откуда здесь взялась эта коробка? Будет прикольно, если я залезу в нее, как будто я кукла. Но это девчачьи штучки, друзья. И я стесняюсь залезать в нее. Но я сделаю это, друзья. Только вы не пишите в комментариях, что я залезу внутрь, окей? Опа! Опа! А я Кен! Как здесь красиво! Боже, как здесь здорово! Кен, и ты здесь? Да, Барби, ты такая красотка! Но ты же не Барби, ты же Мария! Да, но сейчас мы с тобой в мире Барби, а это значит, что ты Кен, а я Барби! Это просто фантастика! О, а что это там за окном? Это Барби Лэнд, наш дом! Да ты что? А это что такое? Это наша еда. Давай поедим? Да, конечно. Барби, я налью тебе молока. Почему молоко не льется, Барби? Потому что в мире Барби все понарошку, Кен. Ты права, Барби. Я забыл. Скажи, сколько тебе налить? Хватит. Отлично, налью и себе тоже. Спасибо. Вот так. И за нас. Вау, такое вкусное молоко. Очень вкусное. Кен, наши тосты готовы. Точно. Пожалуйста, возьми один тебе и один мне. Выглядит вкусно. Как вкусно! Да, очень вкусно. Барби, хочешь, пойдем погуляем? Сходим на пляж? Ну, конечно! У нас даже есть доска! Вау! Какая классная! Барби, мне идет, а? Тебе очень идет, Кен. Спасибо большое, Барби! Где мы? Мы в бассейне, Кен. Но я хотел пойти на пляж, Барби. Ну какая разница? Здесь тоже можно купаться. Ладно, Барби, ты права. Привет, Барби. Привет, Кен. Привет, соседи. Привет. Какие у нас классные соседи, Барби. Да, Кен, они суперские. Хотите, сделаем челлендж? Конечно. Какой челлендж? Тот, кто быстрее выпьет коктейль, тот и выиграет. Супер. Отлично, Барби. Сейчас я наполню стаканы. Вот так и вот так. Все. Итак, Барби, на счет три начинаем. Раз, два, три. Я все выпила. Я была близко к победе, но ничего страшного. Коктейль был очень вкусным. Мы опоздали, бро. Да.
Я вижу, она не одна. Она вместе с Кеном. Мы должны их найти, да. Нужно действовать. Кен, у меня есть отличная идея. Какая у тебя идея, Кен? Мы сделаем еще один челлендж, Кен. У меня есть идея получше, Кен. И что за идея, Кен? Мы сделаем еще один челлендж. О, отличная идея, давай, Кен. Давай, погнали. Давай. У нас есть 3 шарика, и мы должны попасть ими в круг. Отлично, давай начнем. Давай, Кен. Давай, Кен. Поехали. Нет. Не расстраивайся, Кен. Отлично. Ничего страшного, Кен. Ты сможешь, давай, Кен. Кидаю. О, моя очередь. О, браво, Кен. Сейчас я попаду. А? Нет. Да, не расстраивайся, Кен. У меня есть последний шарик, Кен. Давай, бросай, Кен. Хорошо, Кен, бросаю, да. Ура! Тебе повезло, Кен. Нет, просто я лучший, Кен. Ты не лучший, я лучший, Кен. Нет, я лучший, Кен. Самый лучший Кен в мире Барби — это я. Нет, я самый лучший в мире Барби. Нет, я. Давай сделаем еще один, да, челлендж, давай, Кен. Давай сделаем еще один челлендж, Кен. Отлично, поехали. Мы будем соревноваться, девчонки. Идите вперед. Идите, идите. Кен, ты готов? Я порву тебя. Я тебя порву. Я докажу Барби, что я самый лучший. Нет, я докажу Барби, что я самый лучший. Раз, два, три, погнали. Я порву тебя. Молодец, давай, Кен, Кен, давай, давай, ты сможешь, быстрее, ты сможешь, быстрее, давай. Давай. Кен, давай, быстрее, быстрее, давай. Кен, ты победитель, давай, давай. Я выиграл. Вперед. Да, я победил. Какой я крутой. Намного круче другого Кена. Да, ты самый крутой, Кен. Но если честно, мне уже надоело жить в этом мире. Может, пришло время вернуться в реальную жизнь? Я думаю, что да, Барби. Но нужно найти способ, как вернуться. Пойдем домой, залезем в коробку и вернемся в наш мир. Отлично, идем попробуем. Идем. Вот этот дом. И здесь находится коробка Барби. Идем. Идем. Мы опоздали. Я понял. Они исчезли. Угу. Ладно. Ничего страшного. Мы их найдем в мире Барби. Идем и поймаем их. Поехали. О, Барби, вот коробка. Отлично. Значит, мы должны найти способ, чтобы вернуться в нашу реальную жизнь. Отлично. Но как это работает? Может, мы должны ее обнять? Или постучать по ней? Мне кажется, это не работает, Кен. Я боюсь, что нам придется остаться здесь навсегда. О, что это такое? Давай посмотрим, Кен. Call for magic problem. Барби, мы должны позвонить туда. Да, я согласна. Давай попробуем. Продиктуй мне номер. Окей. 555. Отлично. 555. Опять 555? Да. 555. Что, опять? 3-5. Ты шутишь? Нет, здесь так написано. А, да, все правильно. Отлично. Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. А, да, я знаю, что вам нужно. Мы хотим вернуться в нашу реальную жизнь. Да, я смогу вам помочь, но сначала мне кое-что нужно. Что вам нужно? Золото, деньги, драгоценности? Нет, мне ничего не нужно из перечисленного. Мне нужна просто одна роза. Роза? Барби, ей зачем-то нужна роза. Ненормальная. Какая роза? Это волшебная роза. Когда вы ее увидите, вы поймете. Вы должны пойти в одно кафе, где много цветов. Там вы ее найдете. Кафетерия? А вы сами не можете сходить? Нет, для меня это опасно. Только вы можете пойти туда. Там есть люди в черном, которые за мной охотятся. Люди в черном из мотел? И кто они такие? Это очень опасные типы, которые охотятся и за вами. Поэтому вам тоже нужно будет исчезнуть из города. Вы сами все поймете, когда их увидите. Нужна волшебная роза. Вы увидите там знаки. Надеюсь, что мой план удастся. Знаки? Какие знаки? Она отключилась. Знаки какие-то. Где мы их увидим? Может, я как Стас Папа из реальной жизни все здесь разрушу? Нет, ты же сейчас Кен. Да, я нахожусь в мире Барби, все правильно. Итак, давай поищем. О, здесь ничего нет. Может быть, здесь? Ищи, Кен, ищи. Ищу, ищу.
Что это за банан пластмассовый? Ерунда? О, смотрите, маленький мишка. Но что нам с ним делать? Думаю, он нам не пригодится. Как это получилось? Волшебство! Ну, Барби, значит, коробка как-то работает. Да, это значит, что мы можем сделать то же самое и с машиной. Мы положим машинку в коробку, она станет большой, и мы сможем на ней поехать в кафе за Розой. Барби, ты такая умная, такая красивая. Да-да-да, давай продолжим. Отлично. И положим ее в коробку. Аккуратненько. А теперь будем ждать. О, куда она делась? Ты слышишь это? Думаю, что она ждет нас на улице. Идем посмотрим, друзья. Идем. Какая красивая. Да, но жалко, что это не Феррари. Ладно, идем искать Розу. Поедем в кафе с Розами. Идем, идем. Мы поехали, нам нужно поторопиться. Вот кафетерий, про который нам говорила эта странная женщина. Правильно. Проходи, Барби, проходи. Спасибо, Кен. Не за что. О, боже мой. Привет, Барби, привет, Кен. Привет. Привет. Привет, Барби. Привет. Привет, Барби, привет, Кен. Привет. Кен, нам нужно подумать, где мы будем искать Розу. Ты права, Барби. Следуй за мной. Да, конечно. О, смотри, какое красивое пирожное. Это мое любимое пирожное, Кен. Какое вкусное, да? Да, Кен, но нам нужно придумать, где мы будем искать Розу. Подумать? Мне не нравится, это очень скучно. Люди в черном! Прячься, Барби, прячься! О, Барби, что нам сейчас делать? Нам нужно найти Розу! И где она? Кен, думаю, я нашла ее! Да, идем, возьмем ее! Идем, возьмем! О, вот это Роза, Барби! А теперь бежим, Кен! Бежим, бежим, быстрее! Беги, беги, беги! Беги! Внимание, они сбежали, сбежали! Бежим, быстро за ними! Бежим, бежим, бежим! Вперед! Давай, Барби, давай, давай, давай! Прячься, прячься сюда! Барби, мы сбежали от них, это было прикольно! Да, Кен, нам повезло! Да, очень повезло! Да, давай, побежали! Бежим, бежим! Давай, звони быстро! Да, странная Барби, мы нашли Розу. Пожалуйста, верни нас обратно. Уже не нужно. У меня уже есть Роза. Что ты имеешь в виду? О, Барби, куда она исчезла? Барби, куда пропала Роза? Где она? Она же была здесь. Не знаю. Тогда верни нас назад. Мы должны вернуться в нашу реальную жизнь. За нами охотятся, нас поймают. Прошу тебя, побыстрее. Мы сделали все, что ты просила. Давай, пока. Теперь нам нужно подождать, Кен. Какие дурачки, Барби и Кен. Здорово, я их обманула. Теперь я тоже стану красивой Барби. Мой план сработал. Теперь мне нужен новый Кен. О, куда мы попали? Думаю, что эта странная Барби нас обманула. Да, дорогая, она нас обманула. Идем, найдем ее. Мария, почему здесь как-то странно? Не могу понять, Стас. Смотри, все нас снимают на видео. Почему? Что происходит? Не могу понять. Я тоже не понимаю, но ты назвал меня Мария? Да, назвал тебя Мария. Ты же была Барби. Да, но сейчас я Мария, а ты Стас. И это значит, что мы находились реально в мире Барби. Да, но нам никто не поверит, Стас. Да ты что? У нас остался телефон из мира Барби. Значит, мы можем доказать всем вокруг, что на самом деле мир Барби существует. Да, да, друзья, посмотрите, какой он красивый. О, куда пропал телефон, Мария? Он же был у меня в руке. Не знаю, Стас, исчезло последнее доказательство. Ничего страшного, зато мы вернулись в реальность. Идем, да, домой, Мария. Да, идем. Давай, 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 идем. Ю-ху.